Продолжаем выпуск. Комната примирения психологической разгрузки детей открылась в суде города Семей. Пока родители судятся друг с другом и делят имущество, дети могут рассказать о своих переживаниях квалифицированному психологу. Психолог Айгерим Ержанова за 10-летнюю практику не расталкивалась с печальными последствиями распада семьи. Чтобы свести к минимуму переживания ребенка, в суде впервые в области открыли комнату психологической разгрузки. Если раньше специалистам приходилось разбираться с более глубокими травмами, то теперь помочь главным жертвам семейных войн, детям, можно в самый тяжелый для них момент, говорит психолог. Конечно, когда ребенок сюда приходит, само пребывание в суде уже является психотравмирующей ситуацией. Плюс к тому, что какие-то трудности в семье, да, вот между родителями происходят. После беседы с ребенком специалист пишет заключение рекомендательного характера, которое помогает более объективно учесть мнение детей в суде. В основном родители увлечены своими собственными интересами, своими собственными амбициями. При этом забывается, как и интересы несовершеннолетних. Хотя по закону, да, ребенок с 10-летнего возраста имеет право выражать свое мнение по поводу того, с кем из родителей он бы хотел проживать, да, кого он более считает ли приемлемым для проживания. А когда ребенок, допустим, 6-7 и меньше возрастов, да, действительно, тут, значит, помощь психолога очень даже необходим. В ювенальном суде семьи ежегодно рассматривается порядка 20 дел по определению места жительства ребенка. Здесь же рассматриваются дела о лишении родительских прав, усыновлении, споров из-за опеки и попечительства над сиротами. Нередко малыши получают психологическую травму. Специалисты говорят, что пережитое может крайне негативно сказаться на будущем детей. Поэтому психолог и медиаторы прежде беседуют с родителями и пытаются помочь им достичь мирового соглашения. И все же примирение не всегда возможно, поэтому специалисты советуют перед обращением в суд хорошо подумать, а на самом деле ли конфликт двух взрослых людей стоит поломанной жизни их же детей. Елена Назирова, Адлета Кажанов, Информбюро «Семей».